И всем приветики, мои секретики, и вы на моем канале Секреток, и сегодня с вами снова Силей, и сегодня у нас выходит вторая часть нашего влога с съемок рекламы, так что хочу вам пожелать всем приятного просмотра. Ну а кто еще не видел первую часть, то обязательно смотрите, она уже есть у меня на канале. Ну а мы не будем затягивать и уже поскорее начнем, всем хочу пожелать приятного просмотра. Эти цветы лишние убрать. Начинаем, микрофон поближе. Свет, пожалуйста, отрегулируйте, чтобы он хорошо падал на актрису. Чтобы она смотрелась идеально. Камерой кто занимается? Я. Свет поставь и иди занимайся камерой. Раз, два, начали. Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить. Всем привет! Сегодня у нас с вами будет кулинарное шоу. Быстрый реквизит. Мне пришла доставка. Снимайте, как она красиво достает ингредиенты все. Мы тщательно перемешиваем все ингредиенты. И добавляем также обязательно молоко. Разрезаем сочную клубнику и добавляем ее сюда же. И также будет присутствовать небольшая нотка шоколада, причем тоже клубничного. Ну а вообще, он может попасться разный. Молока понадобится много. Переснимаем. Раз, два, поехали. Молока понадобится много. Итак, мы переснимали на самом деле этот кадр очень много раз. И переснимали не только то, как я наливала молоко, но и также, как я это все смешивала. На это ушло где-то, не знаю, час, наверное. Так, все, хорошо, молодцы, давайте дальше. Убираем реквизит. И нет, вместо этого мы... Нет, неправильно. Другое сделай, пожалуйста, что-то перефразируй. Мне не нравится то, что ты говоришь по сценарию. И будь более открытой. Как будто это настоящая твоя жизнь, ты реально снимаешь блог, и все. И нет, ребята, это не смузи-коктейль, как бы вы могли подумать. И насколько бы он вкусно не выглядел, он не так готовится. Поэтому здесь у нас кое-что особенное. Пожалуйста, снимаем, как добавляют... На стол ложки. И что еще мы добавляем-то? Тарелку. Тарелку, давайте, быстрее. Ставьте. У нас получаются прекрасные хлопья. Эти хлопья наполнены радостью и счастьем. Переснимаем. Эти хлопья сделаны специально с радостью, с любовью. И чтобы ваш день точно выдался продуктивным, а также счастливым. Они классно вас бодрят. Ну и также там есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы чувствовать себя на протяжении всего дня в полном расположении духа. Эти хлопья добавят больше позитива вам в жизнь. Они абсолютно натуральны и без всяких красителей и прочих добавлений. После того, как вы попробуете... Нет, нет, не надо. Вот это просто пробуй. И затем мы еще запишем, кстати, твой голос. Просто пробуй. Хорошо. Так, еще одну пачку давайте. Все чудесно, хорошо. Так, давайте ставьте пачки всем. Так, капибар, пожалуйста, добавьте в студию. Капибары? Здесь будут капибары? Да, Силя, здесь будут капибары. Ассистента посадите капибар. Силя улыбается. Угу, прекрасно, погладь их еще. Угу. Так, где дрессировщик? Я тут, здравствуйте. Пожалуйста, дрессируйте. Сюда, сюда смотрим. Поделитесь своей радостью не только с собой, но а также и со своими родными и близкими, а еще со своими друзьями. Я уверена, что именно их день тоже сможет стать лучше, если они попробуют это чудо. И капибарам это тоже полезно. Ищите хлопья во всех магазинах и прочих онлайн супермаркетах. Ищите эти хлопья во всех магазинах и супермаркетах вашего города и не только. Еще раз. Ищите эти хлопья во всех магазинах и супермаркетах не только вашего города, но и даже в других странах. А также вы можете выиграть ценные призы, если купите более 3 пачек за один раз. Например, это вот такой новый смартфон в розыгрыше, либо же дополнительную пачку хлопьев, или капибару. Обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети и участвуйте в розыгрыше, чтобы не пропустить ценные и крутые призы. Еще раз последняя фраза. Начинаю с телефона. А также у нас есть прекрасный розыгрыш. Нет, еще раз.
А также вы можете поучаствовать в прекрасном розыгрыше. Вам будет достаточно купить просто 3 пачки. Нет, Силия, ты тараторишь. Ты можешь четко говорить. Четко и звонко. Больше эмоций я хочу от тебя получить. Хорошо. Также вы можете поучаствовать в нашем розыгрыше, в котором за 3 пачки, в котором за 3 купленные упаковки в один раз хлопьев, вы можете получить вот такой смартфон, или же капибару, или же 4-ю пачку хлопьев. А также купоны со скидкой на нашу продукцию. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, а также ищите эти чудесные хлопья в своих супермаркетах и магазинах вашего города. Еще раз, эти хлопья вы можете найти в магазинах или супермаркетах. Эти хлопья вы можете найти в магазинах или супермаркетах вашего города. Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте ценные и крутые призы. Мы вас ждем. Все, наконец-то, чудесно. Неужели мы смогли это сделать? Силе, идем на озвучку. Она обязательно. Так, вот тут у нас монтажер. Здравствуйте. Так, давайте приступим. Наушники надо. Наушники сейчас. Тебе в любом случае нужно переозвучить, наверное, многие моменты, потому что звук здесь был не очень. Не очень? Серьезно? Мы специально над ним работали. Но я думаю, Силе будет несложно повторить свою фразу, правильно? Вот, тем более у нее текст есть. Давай повторяй уже скорее. Работайте, мы пока что расчистим территорию. Давайте. Погнали. Сочные и ароматные нотки ананаса, а также клубники, черники и даже шоколада со вкусом клубники. Они добавят радости и весеннего Они добавят радости и позитива в вашу жизнь. Так, давай еще. Они смогут настроить в... Нет, еще раз. Они... Пожалуйста, еще раз. Именно они разукрасят вашу жизнь и сделают ваш день более продуктивным, а вам добавят кучу энергии. Куча не совсем, наверное, будет правильное слово. Давайте еще раз. Эти хлопья, все добавленные ингредиенты смогут сделать вашу жизнь... Нет, еще раз. Все добавленные ингредиенты смогут сделать ваш день продуктивнее и энергичнее. Еще раз давай. Все добавленные ингредиенты сделают ваш день энергичнее и продуктивнее. Супер. Давай последняя фраза. Не забывайте о ценных призах. Вся информация будет указана в ниже перечисленных... Это мы все уже вставим там, всю эту рекламу. Все, спасибо большое, Силе. Фух, все сняла. Да-да-да. Все записала, все хорошо. Сейчас мы теперь будем это все монтировать. И, когда-нибудь выпустим, надеюсь. Хорошо, спасибо большое, до свидания. До свидания. Пара хлопьев вам, кстати. В подарок, что ли? Те пачки, которые остались. Ой, спасибо большое. Можете прорекламировать их также в своем инстаграме, допустим, или в других еще социальных сетях. Спасибо, хорошо. До свидания, до свидания. Да, алло, алло, я уже все, освобождаюсь. Так, я даже не знаю, сколько времени вообще потерялось в счете. Так, надо посмотреть. О, боже мой! Время уже 9:10 вечера. Я в шоке. Надо Лео позвонить. Я еще зайду перекусить, наверное. Алло, Лео, привет. Извини, пожалуйста, что я задержалась. Умоляю тебя. Я, правда, здесь работала и вообще... На самом деле, у меня есть для тебя сюрприз. Да, правда. Нет, ты представляешь вообще? Да, столько много хлопьев. А, здравствуйте, можно, пожалуйста, булочку синнабон и не с тобой, Лео. Булочку синнабон и сэндвич. Хорошо. Спасибо большое. Да-да-да, я на связи. Ой, синнабон, да-да-да.
Спасибо. Лео, тебе, если что, взяла сэндвич. Не беспокойся. Не надо благодарностей. Да-да-да, я сейчас уже вызвала такси и сейчас поеду, так что не переживай, скоро буду дома. Давай, до встречи. И на этом секретике мой съемочный день подошел к концу. Вы сами видели, как долго он длился. И на самом деле рекламы тоже не очень просто снимаются. Но мне понравился этот съемочный процесс. А вы пишите свое мнение в комментариях. С вами была я, Силия. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.